Как вам вообще здесь нравится? Да, очень классно. Александра Приходько делится эмоциями с новыми друзьями. В летнем лагере девочка не впервые, а вот в лагере настоящих героев бывать не приходилось. Узнать чуть больше о военном деле, получить интересные навыки полезно, говорит Александра. Больше всего мне, наверное, понравились занятия по тактической и гражданской медицине с инструктором День. Она очень доступно объясняет, и я думаю, что мне это может пригодиться в жизни. Об основах военного дела детям рассказывали сотрудники Росгвардии. В лагере настоящих героев представители силового ведомства говорили о службе, патриотизме и мужестве. Разобрать и собрать автомат, а также другие виды оружия, примерить на себя настоящий бронежилет и каску, где еще юные активисты могли бы получить такой опыт. Но самое главное – под чутким наставничеством действующих росгвардейцев. Смотри, что делаю я. Я просто делаю шаг назад и вот такое движение в сторону большого пальца. Приемы самообороны ребята сразу начали оттачивать на практике, чтобы закрепить и лучше усвоить полученную информацию. И, конечно, наперебой штурмовали служебный автомобиль сотрудников правопорядка. Кажется, эмоций у ребят хватит еще надолго. Организаторы такому детскому энтузиазму рады, ведь главная цель – интерес к профессии и воспитание патриотизма с раннего возраста. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».